Все, маечку. Тебя снимаю, даешь целую сушку, жесткую, такую деревянную. Эта птица ее еле-еле берет в клюв. Я об скалу ее так башкой разбивает. Метров где-то 13-14. Не понял. По вертикали. Это что, ты нас туда загнать хочешь? Нет, я хочу, чтобы вы туда залетели. Я мой воздушный шарик. Да, открывай, открывай. А, вот, правильно, есть. А чего вы туда все лезете? Мне кто-нибудь может рассказать? Бармаши все возвращаются. Эй, колени болят, и бок болит. Я говорю, ты скоро приходишь. Или умрешь. А, это место я помню. Здесь мы сидели, отдыхали. А можно об этом поговорить? Ты хочешь об этом поговорить? Да. Давай поговорим. Только не так, не за пальцы. А за руку? А за руку. Да, молодец. Спасибо. Четыре дерева с лимонами. И там много лимонов. Слушай, да. Правую ногу. Правую ногу. Не, мы уже близко подошли. Это уже вот, вот эта вот высота каньона. Когда он выполаживается, мы как бы приходим практически на это. Чего? Выполаживается. Становится пологим. Тут разве это скоба? Камеру Игорь включил, надо ж немножко похвастаться, повыделываться. Давай, давай, выделывайся как положено. Так, подъем на вершину вот этой горы. Показываю. Запросто. А вы все догоняйте их и собирайтесь в кучу. Бить будут. Я вас остановил для того, чтобы пару слов рассказать вон о той пещере, которую мы видим наверху. Раз, раз, два. Ой. Так вот, та пещера называется пещера Матмон. Там нашли клад, достаточно большой. Помню, клад. Как вчера было. Притом клад такой серьезный, там драгоценности, старинная работа. То есть действительно кто-то заныкал в пещере клад. Раньше туда сбоку подходила галерея. То есть там можно было спуститься вот как по узенькой-узенькой тропке вдоль скалы. Сейчас ее нет. Сейчас вход возможен только сверху с веревок. Клада там уже нет, мы там были. Клад мертвого моря. Ты что делаешь-то? А по красному это вон туда. Да. На вершину? Ровно вон туда. Аккуратно здесь. Если бы мы поднялись вот туда, куда будет уходить да. Черный маршрут, будет видно, что там выбита абсолютно круглая, знаешь, как лунка такая. Ровная-ровная, вот такая. Нет, пожалуйста, кто хочет. Я с удовольствием. Леш, ты хочешь пойти туда?
там классный вид, действительно. На самом-самом верху вы выходите как бы на гребень, и у вас открывается вид на два каньона, на Циэлим и на Мишмар. Он там его не забудет? Да. Он сейчас, значит, он забудет. Блин, он спутник, а не сделал что-то, что он там сказал, я уже не помню. Угадай. Ой. Слушай, нападает. Нападает же. Нападает, да, на чужая, на нее напали. Армирон? Нет, на плато Мирон. Вот, да. И более того, ущербка небольшая. Ну как вам? Помедитировали. Очень красивый.